Ебать, во что центральный рынок превратился. Вообще жопа нахуй. Разнесло, блядь, в говно нахуй. Ты шо? Вот это только что жахнули, блядь, по центру, сука. Хуеть. Так вот каждый выход в город за продуктами, блядь, что игра в русскую рулетку, сука. Главное, что мирные страдают, очень проблема. Так, что ж дальше делать?